открытие, будет шикарное световое оформление сцены. Я вот этими вот самыми руками убилась просто, пока вот это вот все делала. Битва хоров, это как Первый канал делал, примерно так, да? Там лучшие потом. У нас финал, намного полуфинал. Лучше, нет? Чем в первом. Ну, финал, полуфинал, нет, или наоборот. У нас единственный гала-концерт будет 9 мая на площади. Будет классно. То есть отбор будет? Ну нет. Да, для того, чтобы на 9 мая ребятки выступили. Более 300 детей. Подожди, подожди, битва хоров. Битва хоров. Это как соревновательно? Соревновательно. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько хоров всего? Так, хоров 8 и ансамбль 8. 16. Да. Значит, 16 единиц выступающих. Да. Из них нужно выбрать лучших. Из них мы выбираем. Не мы выбираем, а жюри выбираем. Жюри есть, да? Состав жюри. Состав жюри Ткачева. Олеся Федоровна, наш художественный руководитель, потом у нас будет Фира Стефандияровна, руководитель Сюмбель, и Альмира Хубатуллина из Факаян. Большое спасибо, все понятно. Желаю удачи. Давайте мы вас ждем прямо на правах. Съемка закончена. Закончим, дорогие друзья.